Лесопарк и Ореховое озеро стали участниками нацпроекта по формированию комфортной городской среды. В результате любимый многими рязанцами пляж Орешек увеличился более чем в 20 раз. По программе реконструировали зоны отдыха, а также обновили песчаную насыпь. В прошлом году были выполнены работы по расширению пляжной зоны, установке раздевалок, малых архитектурных форм, закуплены лежаки для купального сезона, беседки, установлен деревянный настил из лиственницы. После разлива сейчас совместно с подрядчиком, с городскими службами, дирекцией благоустройства города пляж вводим в эксплуатацию, подготовительные работы ведем. Сбор иловых отложений, просушка деревянных настилов и ремонт малых архитектурных форм. Все работы выполнены уже более чем на 50%. По словам администрации, к купальному сезону, который в нашем регионе стартует 1 июня, Ореховое озеро подготовить успеют. Сейчас вводим в эксплуатацию пляж, берем пробы воды. Будет установлена вышка, наличие спасателей на пляже, все нормативы будут соблюдены. Для времяпрепровождения установлены как раз беседки, но шашлыки, конечно, нет, разведение огня у нас невозможно. В этом году городских пляжей будет 5 – на Ореховом озере, на Барковских карьерах и на реке Старице. На каждом месте отдыха будет спасательный пост и медицинский пункт, санитарно-гигиеническое и пляжное оборудование. А в местах, где плавать нельзя, установят запрещающие таблички. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».